вас отключить свои мобильные телефоны. Приятного просмотра! Thank you.
бывают, и на них порой играют. Отбивают ритм такой, сразу в пляс пойдет любой. Мчится ветер вдоль дороги, в небе звезды отблеском дают. Нету больше никакой тревоги, и в душе моей уют. Надоело обитать мне в княжеских палатах, надоело мрамор мне топтать, утонуть бы в сказочных закатах, свежим воздухом дышать, улететь бы птицей в небо, обогнуть крылом земную гладь, вверх стремиться до отказа, о чем можно лишь мечтать. А в полях родного края тише гладь стоит кругом, расчинилась гладь земная, принакрылась платком. Зашумели звуки счастья и покоя, заиграла красками душа в ярком платье легкого покроя. В жизнь весна заходит не спеша. Итак, следующий удар. Стоп. Вы что это тут удумали? Вы, получается, меня в гримерке закрыли, вы думали, я через окно не вылезу, да? Ты что тут забыл? И вообще, в нашей гримерке нет окна. Я, может быть, тоже хочу поднять людям настроение.
И вообще, второй вопрос, почему вы меня не представили? Опять приходится все делать самому. Итак, дорогие друзья, на сцене зала ДКИ несравненный лучший ведущий по версии журнала «Мордовский скоморох» под ваши бурные аплодисменты Виталий Мокроусов. Ну, и что ты умеешь? Смотри. Антошка, в ДК украл гармошку. Антошка, готовь к балладе ложку. Че, не нравится? Хорошо, давай другую. Как у нашего колодца? Дурной! Ты что несешь? Иди отсюда. Так, успокойся. Давай лучше посмотрим, какие у нас еще есть творческие номера.
Летит перышко. Нет, Виталь, песни это явно не твое. У тебя тональность 0,5 октавы. И то, когда пальцем об тумбочку ударишься. Ладно, ладно, хорошо, тогда смотри, что умею. Give me some. Вот, посмотри, как это делаешь наш сокол. Yeah.
Даш, я тут подумал. Извини меня, я перегнул палку. Да, я тоже виноват. Нет, ты не виновата. Заткнись. Может, в честь примирения сходим в кафе? Yeah! Давай. Научится. А клоун посмешнее будет. Ой, да ладно, не зови его сюда. Я вот хочу чего-то такого, вот чтобы прям вот, ну, сердце на разрыв, чтобы прям вот душа прям в пляс. А у нас сейчас как раз казачий пляс. Пойдем смотреть. Thank you.
Да, какая прекрасная музыкальная композиция. Нет, а я чем хуже? Ну, подожди. Идет охота на волков, идет охота! Ты не знаешь, как дальше? Зачем ты портишь впечатление о нас? Да, Виталий. Может быть, номинация «Мистер Кринж» должна быть придумана для тебя на следующей студенческой весне, и ты бы с удовольствием принес ее в аграрный институт. Может, тебе стоит все-таки немножечко отдохнуть? Да, просто займи место в зале и полюбуйся на наших творческих ребят. Виталь, все не так плохо. Пойдем к нам на СКВН в 1/4 взять. Yeah.
потрясающе! Как красочно и ярко! Но только, Вик, знаешь, а я вот на самом деле не хочу, чтобы все вот это вот заканчивалось. Илья, ну ты же знаешь, что все хорошее когда-нибудь заканчивается. Ребят, не переживайте, я уже все придумал. Ведь прощаться нужно на хорошей ноте. Народ, айда на сцену! Сейчас небо.